Российское издание «Свободная пресса» опубликовало материал, подготовленный Центром анализа международных отношений Азербайджана, посвященный мемориалам памяти участников Великой Отечественной войны 1941 по 1945 годы, разрушенных армянскими вандалами за годы оккупации азербайджанских территорий. В публикации отмечается, что на протяжении почти 30-летней оккупации территории Азербайджана вооруженными силами Армении совершались многочисленные акты гуманитарного, экологического, религиозного и культурного вандализма. С освобождением оккупированных земель в результате 44 дней войны и ее последствий стали обнаруживаться новые военные преступления, совершенные во время оккупации азербайджанских территорий армянскими войсками. Из обнаруженных разрушений монументальных и мемориальных достопримечательностей были снесены мемориалы в 5 районах Азербайджана – Физулинском, Джабраильском, Губадлинском, Зангеланском и Агдамском, возведенные в память о погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Из них 3 памятника были полностью разрушены – Физули, Губадлы, Агдам, а в 2 сохранились некоторые следы того, что было раньше. Также стоит отметить, что в городе Лачин также имеется подобный комплекс. Лепка на памятнике была уничтожена. Подобные разрушения оскорбительны не только для азербайджанского народа, но и для всех тех, кто боролся с нацизмом в годы Великой Отечественной войны. Сотворила все это страна, прославляющая нацистских пособников, таких как Горегин, Нжде и Драстамат Канаян. Эти акты также следует рассматривать как еще одну попытку уничтожить историю и культурное наследие Азербайджана на этих землях. За годы оккупации, разрушение культурных и религиозных памятников, переименование городов и фальсификация армянами объектов духовной культуры других народов подтвердили намерение стереть азербайджанское наследие с территории региона. Данные действия были важным компонентом политики, проводимой на оккупированных территориях, что уничтожение упомянутых памятников еще раз это и подтверждает, говорится в статье. В то время, когда весь мир осуждает, пытается всячески подавить проявление нацизма и чтит память тех, кто пожертвовал своей жизнью в борьбе против этой разрушительной идеологии, армянские власти все еще возвышают ее пособников. Разрушенные и оскверненные армянами, памятники тех, кто бок о бок с их предками, сражались против общего врага, ничто иное, как варварство.